Бабуля, не спи. Госпожа Мельдора, вы хотим кое-что спросить. А что случилось, голубчики? Ясно, значит, вам нужны документы о священном клинке, что существовали 2000 лет назад. К сожалению, таких у меня нет. Ну вот. Значит, даже в этом архиве? Но зато есть одна страшная, странная каменная табличка, как раз 2000-летней давности. И что же на ней такого странного? Как увидите, сразу поймете. Сейчас я ее принесу, и пока... подождите, пока вон там. Вот она, странная каменная табличка. Ну да, здоровая. И что в ней такого особенного? Присмотритесь внимательнее. Буквы перепутаны и совершенно непонятно, что там написано. Может, это какая-то шифровка? Мы перебирали различные способы, но так и не смогли расшифровать надпись. Эта табличка очень подозрительная. По возрасту она как раз может быть записью о священном клинке. Да к тому же еще и надежно зашифрована. Вот это не шифр, но, возможно, на табличку наложено заклятие ее прочтения. Заклятие? Такой вариант даже в голову не приходил. Я был абсолютно уверен, что это какой-то шифр. И даже не подумал о чем-то другом. Если речь идет о снятии заклятия, почему бы вам не обратиться к Мэй Сянь? Насколько я помню, она мастер в таких делах. Ну что ж, давайте тогда покажем ей табличку. Может, можно ее взять? Конечно, берите. Взамен я попрошу рассказать мне о содержании текста, если вам удастся расколдовать табличку. Чмоки-чмоки! Ха-ха, вы получили зашифрованную табличку. Отлично. Так, бабуля. Приятненькая, хорошенькая. О, здесь вон тоже таблички такие висят. Странные. Так, а где этот маг? Где маг-то? А она у нас же. Мы ее взяли в город. Страшновато, конечно. Так. О, Уэн, зачем пожаловал? Мисень, я хотел бы попросить тебя взглянуть на эту табличку. Ну-ка, ну-ка. Угу, показали. Ничего себе. Да на ней заклятие от прочтения. Ты можешь сделать текст читаемый? Само по себе заклятие снять довольно просто. Однако для этого нужен мерцающий песок. Мерцающий песок? И где его взять? В безмолвных песках есть место, где его добывают. Но сейчас этот песок редко поставляют на рынок, и достать его практически невозможно. В безмолвных песках, значит? Ты хочешь отправиться за ним сам? Если можно найти его в нескольких местах, давай я поставлю отметку на карту. Спасибо, Мэйсянь. Когда буду мерцающий песок, зайду снова. Будь осторожен, пустыня — опасное место. Так, надо баблишко забрать. Нам удалось накопить 5000. О, а чё он это? Откуда у нас 170 тысяч гульденов? Вы помните, чтобы у нас столько было бабла? Давайте управление. И нам нужно... площадь сделать. 25 гульденов. Опа, у нас площадь прекрасная. Так, здесь... Что здесь? Возможно, строительный институт технологий. Институт технологий, конечно, нужен. Влияние растет.
Так, а сюда работники и подойдут. О, Оливия. Исследование, сбор ресурсов. Так, технология. Вот, экономическое строительство. Так, это тоже нельзя. Так, что здесь у нас? Постройка трактира до дна. Так, а это что? Сбор рыбы, продукты, ракушек и кристаллов. Не так уж дорого, давай. Так, а здесь работники, да, нужны? А кто у нас максимально подходит? Нет, нам еще не нужно. Я вот не могу понять, как. Вот, вот он получается, да? Как улучшить? Я не знаю, как улучшить. Ладно, так. Это вот, моя коллекция Тени Духов. Наконец нам удалось заснять Тени Духа. Пришлось изрядно попотеть, ведь духов не так просто встретить. Правда, не знаю, можно ли назвать монстрами в полном мире. Вы только посмотрите на него. Он прекрасен, словно бы скользит по воздуху. Просто не оторвать глаз. Ну да. Так, мне надоела эта игра, поэтому это будет последний тайник. Я спрятал где-то особенное место, изображено на фотографии. Заберите это, сможете, если что, до дачи. До дна в трактире до дна. А, дорогие мои совершеннолетние жители Валании, у меня есть хорошая новость. Наконец-то у нас в королевстве появился отличный трактир. Так всегда много народа, поэтому для сбора информации это просто кладезь, разумеется. И пропустить рюмочку здесь трудно рабочего дня тоже милое дело. Детям алкоголь еще рано, поэтому для вас только сок. Нормально. Так. Мы можем улучшить, наверное, да? Давайте, наверное, улучшим. Так. Так, управление. Что мы сделать? О, получше сделали. Так, а у нас есть улучшение? До 15 000. Так, это можно улучшить, чтобы нет. Охотники.
гильдия рудокопов. Вот охотники, улучшить. Улучшить сооружение. Это у нас штаб экспедиции, да? Так, ну это злаковые, да? Это здание мило? А это типа этот алтарь. Все 2000. Что там говорится нельзя? Почему? Так что здесь можно, ничего нету. Гримуар волшебника, язык природы. То есть работает в нормальном условии. Это снятие проклятия места. Thank you.
Ладно. Ну и все. Так, а куда нам? О, нифига себе. Совсем рядышком. Так, сундучок. Костюм пустынного жителя. И снаряжение по снаряжению, он что? Что-то его нету. Это мегачервь. Антиматерия. Так, красные твари. Сундучок надо взять. Вот этот сундук, да? И спуститься вниз, потому что вон сундук еще один. Так, это у нас панацея. Что ж вы не даете? Магмов эликсир. О, у нас телепорт здесь есть. Что за телепорт? Йоко ломане вас. Ух ты. Урон большой у моей девочки этой. Давай. Удар. Отлично. Жаба, вы где?
слабаки. Череп какой-то здоровый. Так. Получен обычный камень. Ага. Вот невезуха, тут мерцающего песка нету. Вы получили кость. Ага. Навезуха, тут мерцающего песка нету. Где он там? Последнее место. Слушай, о, мерцающий песок нашли. Вот, нашел мерцающий песок. Теперь им сможем снять заклятие с вами на табличке. Да, давайте вернемся к Мэйсянь. Да, замок Авалони. Мэйсянь, я принес. С возвращением, ну что ж, давай мне мерцающий песок и табличку. Хорошо, вы передали. И это передали. Идеально. Это займет некоторое время. Подождешь в замке, пока я закончу? Как все будет готово, принесу тебе табличку. Хорошо, я на тебя рассчитываю. Согласно полученному от Вектора сообщению, Крушила продолжает собирать души со всего мира. Но на данный момент ни в каком серьезных действиях он не перешел. Уже столько людей пострадало, мы должны как-нибудь скорее найти священный клинок и остановить Камнара. Надеюсь, Крушила не начнет действовать, прежде чем мы найдем священный клинок. Да, нам всем остается только надеяться на это. Эван, вот. Я смогу снять заклятие с каменной таблички. Угу. Если после всего этого окажется, что эта надпись не имеет никакого отношения к священному клинку, даже я слягу на пару дней от такого шока. Ну что ж, давайте побыстрее почтем. Давайте. Уничтожить дьявольски святого защитника, священный клинок выполнит свою роль, превратившись в белый Грааль. Став символом мира, однажды, в далеком будущем, вновь появится король, которому нужно будет суждено освободить силу клинка для борьбы со злом. Символ контракта короля и его святого защитника ляжет в основу меча, и клинок будет выкован вновь, в тихом, безлюдном месте, где Грааль ждет своего короля. Среди льдов и снегов, в центре большого горной чаши. Прочтите слова, пробудите же белый Грааль. И тогда отворятся врата, ведущие к святыне. Все-таки это запись о священном клинке. Текст на табличке гласит, что священный клинок был превращен в Грааль и запечатан.
получается, если выковать меч из этого самого Грааля, то получится священный клинок. Еще нужен цветочный защитник и предмет символ контракта с ним. Но в случае с Эваном, мило, это просто ветка. О, белый Грааль, пробудись. Похоже, если прочитать это заклинание, можно войти туда, где Грааль спрятан. Вопрос о том, где он спрятан. Подсказками будет стоять слово «тихое место, куда не ступала нога человека», и в центре огромная ледяная чаша. На севере материка Осинья, в снежных равнинах в Риморье, есть место, которое называют ледяной кальдерой. Не могу категорически утверждать, но это место может вполне подходить под описание огромной чаши. Ага, вполне возможно. Давайте пойдем и проверим. Так, произнесите заклинание «Ледяной кальдерь». Здравствуйте, художница. Я сделал этот рисунок земли Глейс. Сейчас на этой равнине стоит королевство Иолания. Но когда я создавал свою работу, здесь лишь колыхались на ветру золотые травы. На переднем плане раскинулись старые руины. Останки древней цивилизации. Что это был за народ? Может попробовать предоставить самим? Полетели. Так, соберем бабло. Так, я помню, что там ледяные были такие места. Темные места такие, смотри. Вот он древний слева, это древний корабль. А вот в камнях здесь, так здесь демон. А вот типа колыбель. Едок и телепорт. Похож на вулкан спящий. Так вот она какая, ледяная кальдера. Не зря ее зовут, если сверху смотреть, выглядит подобие чаши. Ну что ж, попробуем прочесть здесь заклинание. О, белый Грааль, пробудись. Телепорт? А, нет, как алтарь. Оп, оп, появился храм. Наверняка внутри его спрятан Грааль. Хорошо. А ты что там? Не... Ром, что не нажал на белый храм? Где-то внутри этого храма находились Грааль. Угу. И наверняка есть ловушки. Так. Так, а у нас эквалайзер на... На фей, на всяких... Сейчас нельзя. Ладно.
Да, страшный молот. О, сундучок. Связал, так, богиня. Нужна будет. Просто прибили. Личный камень. Мягкое сукно получили. Нормально. Где-то выше надо идти. Холодно, как ненавижу холод. Ну, я тоже. Так, что здесь? Подлечим нашу девочку. Посмотрим, что здесь у нас. Так, а здесь животинки, да? Однако в этой храме мы замечаем... Изи победа. Реально, молот вручает. Да. Слушай, Мила, это ты не можешь почувствовать присутствие Грааля? О. Ты кто там? Здоровая дура. Обычный этот.
Он, кажется, главный здесь. Ну-ка, там пушку дали за него. Саламандра Вознесения. Ну, хорошая. Простите, друзья. Мы зашли уже далеко-далеко, но все не видно конца. Да сейчас мы найдем. Нет, кажется, это последний скос. Вон и ворота видны. Смотрите, там впереди что-то есть. Угу, красный какой-то. Разноцветное, радужное. Стекло. Какая-то странная статуя. И ничего похоже на Грааль. Может, не та дорога? О боже, защитить еще этот Мандор, воин адского пламени. Лечись, лечись, друзья. Так, надо арома. Ой, вот это он дал.
увеличиваем. Ё-моё, почему так? Так, а у нас? Да что такое? Ты что, издеваешься? Ты капец какой-то. Мало урона. Thank you.
Победили. Нашли боевые доспехи, отлично. Сесилиус выиграл. Так, кубок. О, отлично. То, что надо. Смотрите, это точно Грааль. Вот он, белый Грааль. Какой красивый. Прям даже жалко делать из него меч. Мило, напялишь эту штуку на голову, крушила? Идея так себе, я скажу. Вернемся назад в наше королевство и создадим священный клинок. Так, получили Грааль. Отлично. Отлично, замок Авалани. А кто может его создать? Меч? Наша волшебница или кто? Эвны, я начну создание священного клинка. Для того, чтобы создать священный клинок, нужно повысить уровень оружейной мастерской. А для этого нам понадобится третий уровень королевства. Ох ты, нифига себе. То есть нам надо народу собрать. А у нас не просто так, у нас еще нет столько народа. Третий уровень королевства мы не сделаем. Так, ну давайте на этом закончим. Пока что в следующей серии мы продолжим. Пока что на это все. Всем спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии, лайки. Всем рад очень. Подписывайтесь. Всем пока.